Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Шадимен, и добро пожаловать на просмотр этого зомби-апокалипсиса. Я надеюсь, то, что вы уже сделали себе чаек с печеньками, потому что сегодня будет просто безумно интересно. Ну а те, кто из вас сейчас находится на канале впервые, еще не подписаны, ребят, подпишитесь, напишите комментарий, и в следующем видеоролике вы увидите себя на месте вот этих ребят. Приятного просмотра! Да, Вулфи, именно вот так вот мы с Кристином в тот момент и познакомились. На самом деле, если бы не он, я даже не знаю, что бы я делал на этом острове. Блин, честно, даже представить страшно. В общем, спасибо ему большое и надеюсь, то, что он все-таки оклемается. О, так, сигнал от Джозефа поступил, Вулфи. Ладно, пора собираться, так сказать, первое задание. Правда, сейчас ночь, но думаю, все будет в порядке. Ну, а кто такой Док, я тебе в следующий раз, Вулфи, обязательно расскажу. Я хоть и знаком с ним совсем недолго, но вижу то, что человек все-таки хороший. Ладно. Так, пожалуй, сегодня возьму с собой факел, потому что я не думаю, что будет электричество в зданиях. И вот тебе, держи тебе рыбку. Приятного тебе аппетита. Все, Вулфи, не скучай. Все будет в порядке. Давай. Я пошел. Все, пока. Спокойной ночи. Ух, ну что ж, настал тот момент, когда я наконец-то буду работать не один. У меня будет связь, у меня будет, так сказать, если что, люди на подхвате, которые в любой момент смогут приехать и прикрыть меня. Так. Доброй ночи, Джозеф. Что приключилось? Что у нас сегодня на повестке ночи, так сказать? А, доброй ночи, Шэдди. Извините, что побеспокоил тебя ночью, просто сам понимаешь, любой сигнал, любой источник жизни для нас сейчас очень важен. Да, Джозеф, да ничего страшного. Ты сам понимаешь, что и ты, и я в этом заинтересованы для того, чтобы уничтожить эту заразу и привлечь на нашу сторону как можно больше людей. Да, Шэдди, все правильно понимаешь. Ну что ж, перейдем к делу. В общем, в 1-2 кварталах от нашей базы обнаружили сигнал. Но самое интересное то, что примерно 2 недели назад мои люди причищали там все здания, и ни одной живой души там не заметили. Ну если, конечно, за боков не считать, вот так вот. А сигнал там вновь появился. Ориентировочно это здание библиотеки, либо какого-то гипермаркета. Угу. Так, окей, понял. Так, ну хорошо, Думаю, так, а моя задача, получается, заключается в том, чтобы просто проверить, откуда доносится сигнал, верно? Да, Шэдди, все верно. Насчет связи и прикрытия не беспокойся. Сейчас у тебя рация, телефон, так скажем, КПК, который обновлен до самых последних технологий нашего времени. Ну, который позволяет зомби-апокалипсис, конечно. Давай я тебе продемонстрирую, как он работает. Смотри, теперь в твоем КПК встроена карта. Даже если честно, можешь посмотреть там карту нашего Млечного Пути, все наши планеты. Также, сейчас все разберешь, я тебя пометил и выслал координаты этой точки. Можешь прямо сейчас попробовать ее включить. Так, окей, спасибо. Так, я сейчас... Офигеть, это реально Млечный Путь. Джозеф, как вам удалось достичь вообще этого? Как эта штука работает, я не понимаю. Так... Это мини-карта, это X12, это получается она есть, я правильно все понял? Да, Шэдди, все верно. Как ты видишь, сейчас красным маркером на твоей мини-карте, в общем, отметилась точка. Там находится твоя цель, которую ты должен посетить сегодня и добыть оттуда информацию. Окей, окей. Так, ну, Джозеф, я думаю, то, что с такой аппаратурой мне бояться действительно сегодня ничего не стоит. Но может... И не стоит, но будь все равно аккуратен. Если что, мы всегда на связи и тебя найдем. Ты у нас помечен маячком. Все, Джозеф, я понял. Я буду держать тебя в курсе событий. Я пошел. Давай, Шэдди, удачи. В гараже возьми машину, которая тебе понравится, и удачи. Фух, ничего себе, у них оборудование. Как же я до этого вообще в этом апокалипсисе выживал? Если тут и мини-карта есть, и... Просто все, которое сейчас помечает с помощью GPS, где я нахожусь, и... Блин, это просто офигенно, это что-то невероятное. Так, ладно, сейчас надо направиться, получается, в гараж. А, посмотрю, какие у них там есть машины. Да, наверное, в принципе, у них там все внедорожники, но это то, что и надо на самом деле.
Все-таки я же не на прогулочку собрался, это серьезное дело. Так, снаряжение у меня с собой, еда с собой, автомат, все. Все в порядке, так. Все, да, все отлично работает. Так, ну, я не знаю, на самом деле я тут не буду мелочиться. Не то чтобы мелочиться. Вот первая машина здесь стоит, вот эта, я на ней поеду тогда, все. Так, бензин тут, наверное, все есть, потому что механик здесь присутствует. Да, отлично, полный бак, еще и поле, ровно половина канистры здесь есть. Все, отлично. Ребят, я готов, откройте ворота, пожалуйста. Так, ну все, теперь самое время выезжать. Так, получается, мне сейчас нужно направо. Так, сейчас я... Ага, вот она, да, красная точка появилась, отлично. Ой, как же хорошо, теплый автомобиль. Я как будто бы словно вообще не в зомби-апокалипсисе сейчас нахожусь, если честно. Только единственное, что меня смущает, это пустые улицы. Так, это что, я уже приехал, что ли? Да ладно, так быстро, тут и пешком можно было дойти ведь. Да, действительно, вот она и есть, та самая точка. X12. Так, машину я здесь оставлю. Все, отлично, так. Ну, я... Господи, что это? Ладно, думаю, то, что ее никто тут не украдет, потому что... Просто некому красить, конечно, зомбаки еще умными не стали. Ух ты, что-то... Прям... Это либо российский флаг, либо... Что-то просто совпало здесь. Но здание дружелюбным совсем не выглядит. Так, надо Джозефу доложить все. Алло, Джозеф, на связи Шедимен. Я сейчас нахожусь на месте, буду входить... В эту библиотеку. Как понял? Да, Шеди, понял тебя отлично. Держись на связи. О, господи, что это? Так, я надеюсь, то, что это просто перекрытия были. А почему там... А почему с внутренней стороны, изнутри все досками заколочено? Такое чувство, как будто тот, кто там сидел, боялись то, что... Туда кто-то может войти, но это, в принципе-то... Понятно. Так, черт, а как эти доски-то тут проломить вообще? Ах, неужели придется как-то через стекло перелезать, а? Ладно. Эх, была, не была. Только так, блин, делать придется. Так. Надеюсь, что сейчас как-нибудь, да, все-таки здесь пролезу. Так, опа. Ах. Слава богу, то, что здесь стены все-таки не железобетонные. Их тут можно легко, так скажем, разобрать. Так. Блин, ну... Такое себе здание, если честно. Какие-то цепи висят. Ноутбуки. Да. С одной стороны, такое чувство, как будто бы зомби-апокалипсис до сюда совсем не добрался. А с другой... Эта тишина, если честно, меня... Совсем пугает. Ух ты, нифига себе, пол стеклянный. Что это такое, интересно? О, господи! Что это? Что это за красная жидкость? Фу, какая мерзость. Как он туда попал? Здесь же стекло везде. А? Ой, блин. Господи, я надеюсь... Я надеюсь, что мне все это кажется. Здесь ведь явно кто-то ходит. Блин. Так, спокойно, спокойно. Так, база недалеко, у меня есть связь, все в порядке. Так, все. Все в порядке. Так, у меня есть свет, все. Все, а! Господи, все нормально. Так, это статуэтка. Это статуэтка, все, все. Все, все, спокойно, спокойно. Господи, я отсюда живым не выберусь. Нет, выберусь, все, все будет в порядке. Все будет. Все будет. Все будет хорошо. Так, ладно. Так, надо быстрее, быстрее. Так, туда же можно наверняка спуститься. Надо как-то выход, вернее, вход туда найти. Что там вообще? Так. Господи. Что здесь делает? Это игрушка. Хотя это же магазин. Это же магазин, либо библиотека. Хотя на самом деле больше на библиотеку похоже. Так, это какие-то генераторы, источники питания. Что это? Но они все явно разряжены, и у них вообще энергии нет. Нет, нет питания, да, все верно. Топлива нет вообще. Так. Ах, а это что такое?
Господи, почему же там так все время темно? Почему такие моменты постоянно какая-то темень наступает? А! Кто его туда повесил только? Блин. О, нет. А почему кровь-то на потолке находится? Это вообще нормально, то, что она на потолке? Как она оказалась-то там, а? Так, какая-то вода. Так, генератор прямо. Кто здесь? Эй, слышишь меня? Если ты человек, то влезай прямо сейчас, я тебя вытащу отсюда, и мы с тобой свалим отсюда вместе, слышишь меня? Нет, это ветер, это ветер был, да. Так, все в порядке, это ветер. Так, что у нас? Так, генератор какой-то. Так, ящики. Так. Так, я пока... Ага, все в порядке. Я пока свет сюда поставлю. Надо проверить, что здесь. Еда. Консервированная картошка. Так, ну, еду я, наверное, сейчас всю заберу. Так, надо только быстро, надо только быстро. Я понимаю то, что я сюда за источником сигнала пришел, но... Я принесу большую пользу, если, конечно, еду тоже заберу. Только почему здесь всякие кости, какие-то рыбьи объедки? Черт, что это вообще? Так, ага, вот еще консерва. Так, все, больше нет. Так, ну неплохо, неплохо. Так, окей. А что у нас тут есть дальше-то? Так, какие-то солнечные плиты, но почему эти солнечные плиты находятся под землей прямо? Так. Пицца? Блин, это точно библиотека. Похоже, что как будто бы ресторан какой-то. Так, ладно. Ладно, а здесь у нас что? Как эта штука работает вообще? Кислород, батарейка. Опа. Как раз таки все здесь находится. Отлично. Так, ну-ка. Кислород помещаю сюда, батарейку. Так, фу, блин, что-то запустилось. Так, ёпрасоты, что это? Господи, что это? Так. Алло, Джозеф, прием на связи, Шадиман. В общем, я спустился под землю на какой-то минус первый этаж в эту библиотеку. Это какая-то, я не знаю, что это. В общем, я положил батарейку кислород в один из реакторов. И прямо на меня ползет какая-то полуокруглая сфера, я не знаю, что это. Как вообще на нее реагировать? Шэдди, успокойся, возможно, это один из реакторов, это просто очиститель воздуха. Все в порядке. Ах, Джозеф, ладно, хорошо, все. Давай, до связи. Господи, как же я испугался-то. Воздух, да, говоришь, очиститель. А, да, да, действительно. В этой сфере прям таки... Дышать легче. А! Так, эти звуки явно оттуда идут. Господи, как же я не хочу туда спускаться. Или подниматься, я не знаю, что это. А. Ого! Что это такое здесь? Какие же здесь какие-то странные стены? Почему они какие-то треугольные? Ого! Офигеть! Что здесь вообще делали? Ага, вот она и красная жидкость, и те самые реакторы. А это еще что за клешня? Офигеть, что это? Блин, у меня просто слов нет. Хотя, в принципе, наверное, это просто снабжение электричества в этой библиотеке. Так, ну ладно, я сюда не за этим пришел. Мне надо узнать, откуда сигнал идет. Так. Слышу, слышу какие-то попискивания. Откуда-то оттуда идет. Так, а только как туда пробраться-то? А? Да выйти же тоже, наконец, сколько можно? Слышишь меня? Так, здесь явно кто-то живой есть. Если это... Ага, вот походу сюда нужно пройти. Если это человек, то он по-любому как бы... А! Блин. Чёрт! Тьфу на тебя. Скелет сраный, а? До смерти можно напугаться. Вообще не вернуться отсюда. Да, сейчас не будет здесь опять скелет какой-нибудь будет. Нет, на этот раз... Опа. Опа, 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 опа. Эй, 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 эй. Вояка. Вояка, ты меня слышишь? Это ты сигнал посылал?
А, что? Кто здесь? Кто здесь? Не трогайте меня! Не трогайте, отстаньте от меня! Отстаньте! Вояка, вояка, да успокойся ты, это люди, это я! Я на твой сигнал пришел! А, кто пришел? Зачем ты пришел? Зачем ты? Беги отсюда, беги отсюда! Они заберут тебя! Они убьют тебя! Главное только просто беги отсюда, не оставайся здесь, забудь обо мне! Это была моя ошибка о том, что я отправил этот сигнал, просто останься в живых и запомни, больше сюда никогда не приходи, они убьют тебя! Давай, да что ж такое, да что же ты говоришь такое? Я тебя вынесу отсюда! Я вытащу отсюда, ты слышишь меня? Ты останешься жив! Что это? Вояка, вояка, да пойдем же! Ах, блин! Не успел, не успел. Ладно. Блин. Ладно, сейчас самому бы выбраться отсюда. Ведь он явно не просто так обеспокоен всем этим. Все, что здесь происходит. А! Что это? Это что такое? Господи, это точно не галлюцинации и не ветер. Господи, что? Блин, как же я боюсь. А! Кто это такие? Черт, он сюда идет! Нет, нет, нет! Черт, кто это? Нет! А! А! Господи! А! 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 Кто это такие? Почему они такие гигантские? Вернее, есть зомби-гиганты, это какие-то... Я не знаю даже, кто это. Господи, я слышу его, нет! Так, все, нафиг, я бегу отсюда, господи, главное только остаться в живых, главное только в живых остаться. Так. А, сколько их на улице? Господи, нет, не может быть, так, надо в машину только сесть как-то. Так, ну ничего, ничего страшного, они вроде как они медленные, так что... А, господи, что это? Нет, 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 господи, что это такое? Так, надо, блин... Нет, нет, только бежать, только бежать, только бежать, господи, бежать, 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 Шэдди, Шэдди, давай, давай, ты сможешь отсюда выбраться. На, гадина, получай. Кто вы такие? Так, давай, заводись. Есть, есть. Фух, так, все, до базы далеко, недалеко. О, о, о. Валите отсюда, вали отсюда. Пошел нафиг. О, господи, что это было? О, о, я не видел ничего больше подобного до этого. Они едва не меня не поймали. А, так, вот она, вот она, вот она база. Вот она база, все, стоять, 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 стоять. Так, 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 сейчас паркую машину. Припаркую машину и... Надо будет доложить шаману, что да как здесь вообще произошло. Господи, у меня даже руль заносит, я так переволновался сильно. Так, ну ничего, главное, живой, доехал. Фу, ребята, доехал, живой. Живой, живой, живой. Фух, все, все, все. Так, шаман, шаман. Фу, ты какой шаман, Джозеф. Джозеф, все, я иду. Я иду.